Ой, какой сегодня крутой день. Артур, выходи. Нет, пап, еще чуть-чуть. Артур, выходи давай. Да еще чуть-чуть, 5 минут. Артур, смотри, здесь настоящий спасательный круг есть. А ну, дай. Готов? Да. Та-дам! Артур, выходи скорее! Да еще чуть-чуть! Ой-ой-ой, это невозможно! Да ведь сколько мы можем ждать его, да? Целый час прошел, скорее вылазь! Так, ну еще 5 минут, хорошо? Да ведь сколько можно это терпеть уже? Сейчас! Артур, хочешь печенье? Да, хочу! Иди сюда! Давай. Тут мокрые руки, давай я тебе! Да. Лучше, да! Да. Оп, поймался. Давай сюда. Пап, дай мне это. Все. Все, идемте в номер. Пап, когда я пойду снова в бассейн? Уже завтра будешь купаться. Ну, пап, ну тут классно. Смотри, здесь сразу бассейн и вид на весь город практически. Это да, это, конечно, интересно. Но мы же не можем полностью все время проводить здесь. Мне тем более работать нужно идти. Поэтому давай быстренько. Хорошо. Да ведь ты готов же, да? Все взяли? Артур все взял. Пошли. Сходили в душ уже, да? Переоделись? Да. Поиграйте чуть-чуть на телефонах. Хорошо. А вечером идем гулять. Пап, а когда я пойду купаться снова? Ну не знаю, уже всем надоело. Я не знаю, купались. Ты тем более, Артур. Но раз вы не хотите купаться, я сам могу пойти. Нет, завтра. Все, давай. Я работать на балкон, а вечером пойдем гулять вместе. Да и ты купаться хочешь? Нет. Странно. На телефоне ты и дома можешь поиграть. Ты ж приехал сюда отдыхать. Я отдыхаю, когда играю. А я бы сейчас лучше покупался. Пойду, говорю папу. Пап, ну может хотя бы еще разок сегодня покупаюсь, а? Быстренько. Какой покупаюсь? Ты уже столько купался, что у тебя уже глаза красные, губы синие, нос зеленый, уши фиолетовые. Пап, хватит шутить, давай я быстренько скупаюсь поэтому. Ладно, Артур. Можно, но только на 2 минуты. Хорошо, хорошо. И стоп. Все, говорит, я купаться. А папа знает? Да, знает, он сам разрешил. Ничего себе! Купался. На крыше сейчас супер, так что покупался классно. Но все равно этого мало. Давай поиграем мы с тобой вместе в Роблокс. Я все подключил. Да в Роблокс я потом смогу поиграть. Я лучше подумаю, как папу уговорить, чтобы он меня опять пустил в бассейн. Узнай, не пустят. Даже не думай. Ага, спорим, пустят. Что? Да-да-да, сейчас увидишь. Папа, можно я пойду купаться? Нет, нельзя. Ну, пап, пожалуйста. Хочу купаться. Не будешь купаться. Все, меня так не возьмешь. Ну, пап. Папа. Артур, хватит, мне нужно работать. Так я иду купаться, пап. Ладно, но чтобы пойти купаться, тебе нужно сделать 50 приседаний. И сколько я смогу купаться? 50 приседаний за 1 минуту купания. Да, хорошо. Сейчас я на полчаса себе присяду. Давай, посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Неплохо. Но это только начало. 147, 148.
149, 50. Хватит, ты плавать не сможешь. Получается ровно 3 минуты. Ну еще 2 минутки на переодевание тебе. Время пошло, давай. Классно, снова покупался. И что тебе, не надоело еще? А что, надо ловить момент. Ты сильно любишь эти бассейны. Люблю море и бассейны. Вот теперь тебя папа точно не пустит. Пап, ты, конечно, будешь смеяться, но я хочу опять купаться. Артур! Что? Я не то что смеяться, я уже в шоке, сколько можно купаться? Ну ладно, ладно, все равно на отдыхе, поэтому понимаю тебя. Но нельзя, дождись уже завтра. Пап, ну может быть я, ну приседать я не смогу. Может быть ты хочешь что-то покушать? Я бы тебе приготовил, ты же голодный, да? Ну было бы интересно, а что ты можешь приготовить? Ну, а что бы ты хотел? Может быть, сделаешь лосось на гриле с ломтиками сыра и лимоном? Нет. Ну тогда просто двойную порцию Cordon Bleu. А это что такое? Ну тогда рыбная сковородка по-марсельски. Да откуда ты это вообще взял? Французский киш с грибами и шпинатом. Ты что, пересмотрел кулинарных программ? А что тогда ты вообще можешь приготовить? Ну, что-то простое, салат, например. Пап, ну я искупаюсь быстро и в магазин, хорошо? Все, я пошел. Вот, бери. Ух ты, супер. Все, сажусь кушать. Как приятно, сын приготовил салатик. И вкусно, да? Супер. Все, баб, я пошел. Стоп. Но... Ты же ходил перед тем, как пойти в магазин за помидорами и огурцами. Я тебе салат сделал, я еще иду. Ладно, иди. Салат, кстати, крутой. Ой, какой сегодня крутой день. Я лучше перед прогулкой минут 15 посплю. Как-то я сегодня очень сильно устала. Так, все, я закончил. Пора нам идти гулять. Артур, Давид, идемте гулять. Пап, давай с тобой сыграем в Роблокс. Какой Роблокс сейчас? Дома сможем поиграть в Роблокс. Давайте, быстренько одевайтесь, пошлите погуляем. Тут красота такая вечером. Артур, слушай, он сильно крепко спит. Сегодня он сильно устал. Столько раз купался. Но мы-то с тобой можем пойти вдвоем гулять. Пошли. Артур пусть спит.
ставь лайк, если ты любишь бассейн, и напиши в комментариях, сколько бы ты смог купаться. Like